Продолжение. Как настроить потоковую передачу мультимедиа? Есть такая штука, параметры потоковой передачи мультимедиа. Вот она находится во вкладке «Сеть», «Интернет», «Центр управления сетями и общим доступом», «Параметры потоковой передачи мультимедиа». Здесь есть параметр «Включить потоковую передачу». Как я нашел? Зашел в это меню. Я запустил проигрыватель Windows Media и нажал кнопку «Поток». И вот здесь вот есть «Разрешить доступ к интернету через интернет к домашней библиотеке мультимедиа и включить потоковую передачу мультимедиа». Я нажал вот это. Я думаю, сейчас что-нибудь заиграет. Наша задача подцепить, как передавать с ноутбука на AV-ресивер через LAN, через сетевой шнур. AV-ресивер подключен к роутеру, компьютер к роутеру по Wi-Fi. Мы хотим с проигрывателя компьютера запускать файлы на AV-ресивер, не подключая HDMI-ным кабелем и всеми остальными способами, только по Wi-Fi. Смотрим, что будет. Так, мультимедийные программы на данном ПК и удаленный настроить. Доступ с использованием. Вот он, наш пионерчик. Разрешено. Название библиотеки мультимедиа. Вячеслав. Так, вот теперь он у нас будет, наверное, отображать библиотеку мультимедиа. Дело в том, что вот если мы нажимаем кнопку Network на пульте, M-сервер. Вот, короче, вот есть вот. Постоянно нажимаете Network, 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 он переключает варианты. Есть радио, есть фавориты и есть, вот смотрите, вот интернет, радио, фаворит и медиасервер. Вот здесь вот есть медиасервер, вот сейчас я вот все интересовался, как же его включить. Вот, у меня вот здесь вот открылась папочка. То есть я могу отсюда... Если комп включен, то я могу, не подходя к компу, шариться по нему и выбирать музыку или видео. Но насчет видео, наверное, он не будет, но музыку будет. Вот. Здесь вся музыка. Ну, давай, заходи. Угу. Маленько. Ну вот, пошла музыка. Какая вот предыдущая играла, та и пошла. Прикольно. Вот я. Шарюсь сейчас по компьютеру, по той папке, которая разрешена для доступа. То есть вот все, что находится в этой папке, то разрешить доступ через интернет к домашней библиотеке. Разрешить удаленное управление проигрывателем. Автоматически разрешать устройство воспроизводить мое мультимедиа. Интересно. Дополнительные параметры потоковой передачи данных. Интересно. А он видео будет мне? А может быть он... Доступ к интернету через интернет... Доступ к домашней библиотеке через интернет. А зачем мне через интернет? Он и так. Нет, через интернет мне это не надо. Мне достаточно по домашнему. В общем, все, ребята. Это было продолжение ролика. Я уже снял
4 ролика по поводу, как подсоединить вот этот усилитель театральный к домашней лановской сети, воспроизведите интернет-радио и все остальное. Так что смотрите, кому интересно, можете посмотреть, у меня на канале есть ролики для него. Ну а на этом все. До новых встреч в эфире. Всем пока.